Всем привет! Ситуация такая: на моторчике охлаждение 5,9 двигателя, значит, щетка была закисшая, сняли, почистили щеточки, все сделали, и люфтило здесь стоит такое солнышко, так называемая втулка. Вот она уже болталась по солнышку, значит, что сделали? Вот такой подшипник, выточили посадочное гнездо, скажем, такое, с этой стороны оно на двух болтах прикручено, и с торцов с каждой стороны засверлено тоже отверстие на 4, и под шестигранник внутренний зажат подшипник. То есть, чтобы подшипник сидел плотно в этом, значит, я отсюда вкрутил шестигранники с двух сторон, и подшипник, соответственно, зажат. Сейчас буду это дело устанавливать сюда, ну, соответственно, и потом собирать уже дальше. Как снять вентилятор, наверное, все знают. Электрический открутили здесь, открутили здесь. Сейчас, блин, чуть-чуть ослаблю здесь, чтобы удобнее было. Штекер здесь откручиваем. У меня здесь сделано на винтах. Сейчас покажу. Вот. Сделано вот так, на таких винтах. Поэтому так подсоединяется. Сейчас будем пробовать. Покажу. Смотрите, пока тот был в ремонте, я поставил от Great Wall Safe вентилятор. Он меньше, конечно, по диаметру, и там 8 у нас, а здесь 6. Этот вентилятор я здесь закрепил, сейчас я его, китайский, который новый. Он слабже немножко дует, поэтому, ну, как бы, ничего нет лучше, чем родной. Пока родной был в ремонте, поставил этот. Сейчас покажу, какой стоял артикул. И еще подшипник в крышку 608 поставил я сюда, 608, вдруг кто-то заморочится, 608. Так, а стоял вот такой вентилятор в сборе. Артикул 13081-00К-00Б1. Если что-то вдруг кому интересно будет. Вот. Сейчас у меня тут остальные потроха от него лежат. Вытащу. Ну вот, достал свою крыльчатку. А этот диффузор родной, который был с ним. Ну, я тот установил в диффузор от джипа, а этот просто остался. Пойду собирать. Все, снял Great Wall Safe вентилятор. Вот смотрите, как я его сделал. Он все в стоке, по отверстиям он подходил. Единственное, что я здесь гаечки на 6 приварил, чтобы было, чтобы насквозь его через кожух вентилятора засунул. Все. Вот смотрите разницу с родным. То есть, ну, разница как бы очевидна. И, ну, как вариант, дежурный можно его поставить. Вот как собирается родной, наверное, вы знаете, тут особо ничего такого нет. Сейчас будем собирать, то есть здесь ставится, это одевается. И вот этой защелкой и на три самореза, и все. Ставим на место. Прикрутил моторчик, но на саморезах, но у меня тут уже были отверстия сделаны, поэтому я вот так его прикрутил. Ну и все, сверху это в пазы ложится, защелкивается, ну и можно ставить на место, проверим, как будет. Сейчас собрал все, на место установил. Сейчас у меня кнопочка принудиловки есть, включил зажигание и на принудиловке поток идет. Готово.